Сегодня мы провели питчинг проектов в рамках международной конференции ЕСШКН, и к нам присоединилось 9 крутых проектов из Казани, Самары, Волгограда и Москвы. Проекты слушали более 30 различных фондов, и здесь было замечательное жюри. Я очень рад тому качеству проектов, которые мы сегодня видели. Это действительно крутые бизнесовые истории, которые затрагивают самые важные темы. Если говорить про впечатления, на самом деле у меня такой немножко мандраж, я еще не осознаю, что происходит, потому что все, что произошло, превзошло мои ожидания, так как я не ожидала, что у нас компании согласятся на пилоты, и у нас сейчас много договоренностей уже. Я безумно люблю красивых женщин, но когда на сцене умные и красивые женщины одновременно, это было просто потрясающе. В экспертном совете я участвую уже несколько раз. Всякий раз поражает отличная подготовка участников, то, насколько четко они следуют правилам подготовки эффективных презентаций, питчей для инвесторов. Кстати говоря, для себя отметила несколько интересных проектов, которые мы обязательно пригласим в наш акселератор транспортной инновации Москвы. Я считаю, что такие конференции – это очень крутой нетворкинг и очень крутое событие в мире IT. Благодарим Иннополис за создание такой потрясающей песочницы и инкубации и создание новых возможностей как раз для фаундеров, которые хотят поменять этот мир. Сегодня я выступала последней, это было очень волнительно, но я хотела сказать большое спасибо Иннополису, потому что такая поддержка менторов, менеджеров, я вот вчера на тесте была просто в восхищении, потому что такая любовь к стартапам была очень приятной. На сегодняшнем мероприятии мы, на самом деле, нашли очень крутых партнеров. Вот, и я думаю, что мы будем с ними работать, и у нас все будет супер. Там были и стартапы, и инвесторы, очень увлеченная аудитория. Здорово, что сразу написали, там, 15 сообщений. Поэтому мне понравилось, как организовано все, прям супер. Мы обсуждали с другими девушками, какие у нас есть сложности, с какими вызовами мы сталкивались, и как мы все это преодолеваем. И я очень надеюсь, что результат этого мероприятия как-то вдохновит женщин не бояться идти туда и заниматься тем делом, которое они действительно любят.